цифровой меридиан, терапия, инструмент. В общем, вот это вот хрень, скажем, даже не хрень, вот эта штукенция, она делает массажи. Я очень люблю массажи делать, очень, чтобы мне кто-то делал. Ну вот я уже здесь, я уже неделю как делаю массажи, неделю. Я вам сейчас покажу. Значит, вот такой вот пультик. Вот такой вот пультик. К нему есть вот такие электроды. Но они на липучечке. Я вам сейчас сильно отлеплять не буду. Покажу только вот так вот. Вот эту бумажку снимаете. Вот. Здесь есть электроды. И вы их налепляете. Эти электроды на те места, которые вы хотите, чтобы у вас промассировались. Ну, к примеру, я вам сейчас покажу. Тут прямо есть вот такая вот книжечка, инструкция, как пользоваться этим меридианом. Она на русском языке. Тут описание вообще вот этой вот самого приборчика, скажем, да? Вот, что он к чему дает. Вот здесь вот есть схема, вот здесь вот вы можете на свои точки, тут показано, на какие точки вы можете уже вот эти вот электроды налеплять, вот, включать его, вот так вот он включается, я вам сейчас покажу, правда отсвечивает, вот, видите, загорается, вот, и можно уже выбирать, что вам нравится, где вам нравится, здесь есть релаксирующий массаж, потом есть разглаживающий массаж, есть баночный массаж. В общем, короче, если так по ощущениям, я хочу сказать, да, вот я себе делаю прям, знаете, на воротниковую зону. Прилепляю их на 15 минут. Такое чувство, он начинает работать, когда меня, как будто меня массируют 4 руки. Прямо так все проминает, тут же разглаживает. Тут же пальчиками постукивает, опять такими, знаете, такими массивными такими нажатиями. Вот такое ощущение, как будто это люди делают. Вот. Есть тут у него и разглаживающий массаж, есть ударный массаж, есть оздоровительный, есть классический, есть точечный, есть какой-то тонус. Тут даже есть для тех, кто хочет похудеть, но я не пробовала, конечно. Очень интересная штучка, очень интересная. И вот так вот прилепишь к себе и можешь лечь, ложишься, и тебе 15 минут, ты можешь смотреть телевизор или просто расслабиться, закрыть глаза, тебе будут мять. Понравилось, можешь еще себе продолжить. Он на батарейках, батарейки заряжаются. Вот. Потом, пожалуйста, и с этим с USB, он, вы можете его зарядить даже от компьютера, от ноутбука. Вот этот вот с собой дорогу можете брать. То есть он от сети не работает. Он батареечный и заряжается вот от USB. Что вот эта вот штучка означает, я не знаю. В инструкции она не прописана, как бы по-русски. Для чего она, я не знаю. Вот. И вот такие вот у меня еще дополнительные есть. Вот эти вот электродики. Это мне уже дали. В общем, вот, я вам показала, что у меня теперь дома есть свой массажист. Образно скажем, да, свой массажист. В любое время, дня и ночи, я всегда с ним. Он прямо со мной, можно сказать, спит. Или я сплю вместе с ним. Вот. Я им пользуюсь каждый день. Каждый день. Но самое интересное, что я вам хочу сказать. У меня еще один есть. Точно такой же. Новый. Новый. Смотрите. Новый комплект. Даже не пользованный. Видите? Все. Я его подарю на Новый год. Подарю своей подружке на Новый год.
Вот купила вот такой. Хочу сказать, что дома всегда должен находиться вот такой вот домашний массажист. Он всегда пригодится, всегда. Колени можно, у кого колени болят, у кого локти болят, у кого там шея, у кого остеохондроз, у кого там что-то затекает, там, у кого-то там, не знаю. Ну, это палочка ваша выручалочка. Вот такие вот у меня есть массажеры. Вот. Но этим я пользуюсь уже вторую неделю и очень довольна. Этот у меня пойдет в подарок.